Приветствую всех. Хочу показать в этом обзоре, как установить плавный пуск в болгарку. Ну вот, на работу взял очередную болгарку. И сразу скажу, все болгарки оборудую плавным пуском. Эта болгарка будет работать в качестве зачистки швов. Здесь на ней будет стоять 180 круг зачистной. То есть у нее как бы одна сугубо одна направленность. Это зачистная болгарка будет. Сейчас мы ее включим и посмотрим, как она стартует. А теперь представьте, здесь будет стоять круг, который зачистной, не тонкий, он намного толще, порядок, скажем, это 2 миллиметра. Зачистные круги, ну, вот такой, он имеет массивность. Естественно, получается удар на редуктор. В качестве даже безопасности лучше использовать плавный пуск. Если вдруг случайно включил или как-то что-то, успеешь ее выкинуть из рук. Это так. Ну все, сейчас разберем ее. Посмотрим, куда его-то можно пристроить. Плавный пуск буду устанавливать вот такой. Двухпроводной. Как работает плавный пуск? При подаче напряжения, вот нагрузка, здесь лампочка, правда 40 ватт лампочка. Слабоватая. Подаем напряжение. Вот оно разгорается, напряжение плавно поднимается до 100. Максимума. Таких болгарок у меня не было, у меня обычно для этой роли используется ДВТ-шка 180, но решил попробовать вот такой райбер. Значит, разбирал я уже редуктор в ней. Ну, в ДВТ, допустим, здесь стоит втулка. Вот шестерня, передняя часть шестерни сидит на подшипнике, задняя на втулке. Здесь стоит игольчатый подшипник. Как бы является плюсом. Ага, это можно было и не откручивать крышки. Так, родилась у меня еще одна идея проверить ток и посмотреть, что происходит. Вот есть на 5 ампер переменного тока до 10 цифровик. Цифровик не успеет все равно среагировать, стартовые токи. Будет видно хорошо по стрелочному прибору. Ну, видно, все, пускаем, включаем. Видим, что спусковой ток зашкалил далеко за 5 ампер, то есть тот не успевает реагировать. Разочек. Холостой ход показывает 2,6, ну, 2,7 ампера, то есть у нас выходит 2,7, грубо на 220, приблизительно 600 ватт мощности на холостом ходу. А болгарка, они написали, конечно, лапша, но они написали 2100 чего 2,1 киловатта. Ну, конечно, сомневаюсь, но все, разбираем, ставим плавный пуск. Да, место тут не ахти. Ну вот, я думаю, если взять вот эту перегородку, выкусить провода, пустить чуть по-другому. И вот сюда его можно попытаться пристроить.
Никак не получается мне его всунуть. Сейчас попробую вот этот снять с болгарки. Это я его ставил энхель. Но он менее габаритный. Немного меньше он, но оно сюда уже становится. Вот это. Кнопки. Ну-ка. Вот так. О. А этот плавный пуск переставил я на малую болгарку и забраковал. Вот. Почему забраковал? Смотрим на щетки. Вот, когда тут был плавный пуск, оно плавно стартовало, а этот... И вот этот момент как раз до точки не должно быть. Вот такой плавный пуск я вам не советую брать. Хотя как бы и 15 ампер на нем написано. Но работает он неважно. Включается он в разрыв. В разрыв вот в данной болгарке получается белый и синий провод. Это идут на двигатель. Вот если сейчас мы отсоединим ручку, увидим четко, вот это идут провода на двигатель. В разрыв любого провода оно ставится. На самом этом устройстве плавного пуска написано вход АБ. А это идет к кнопке или к сети. АБ это выход. Так, ну вот кнопку открутил. Решил цепь синего провода. Попытаюсь отжать клемку. Ну вот кнопку. На место можно устанавливать. Соединяем сейчас вот эти два провода. И термоусадку сюда сейчас мы посадим. Так, ну, вот здесь вот в этой перегородочке, сейчас выйму, покажу уже. Выломать пришлось место, видать, под конденсатор было место. Которого здесь, кстати, нет. Вот здесь вот для провода такую канавку. Вот так оно уседается туда, это... Аккуратненько выложить проводочки. Чтобы выключателю не мешали. И здесь чуть-чуть кусочками вот так откусил. Вот. В ответной части. Буквально 5 миллиметров. Все, остается ее скрутить, еще раз проверить. Вот пуск. В следующем видео будем устанавливать плавный пуск в эту болгарку. Здесь места еще меньше. Ну, в руке она как бы удобная. Все, спасибо всем за внимание. Всем удачи.